Всем привет. 16:05 минус 5. Получается 16:00. Ждет кот чужой еды. Такой. Помните? Ну и рожа у тебя, кот. Кс-кс-кс. Иди сюда. У него рожа такая. Кс-кс-кс. Ты не бойся, иди сюда. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Глянь, какая рожа. Вот у меня планета, вот восход. Вот. Пережили морозы, снег, снег стаял уже, они вот так вот, но они давно здесь, я вокруг них-то проходил мимо, а к ним и не подходил. И вот у меня такой стеснительный вопрос, после всех этих вот перипетий, так сказать, низкотемпературных, заведется ли один из них хотя бы, хоть чуть-чуть? А что, он принес, что ли? Примерз, сучка. Он весь примерз, ребят. У него все примерзло. До такой. Посмотрим, если вот тут будет крутиться. Крутится. То и попробуем. Он у меня вот здесь стоял. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Стоял и падал. Вот этот писюнчик. Он замерз вообще. Он не нажимается. Там в нем, видать, влага увлажненная. Там нет. Вот, не идет. Сейчас постучим. Наверное, много слишком льда внутри. Видите? Не идет. Все примерзло. Вот. А как он заведется, если там нет бензина? В общем, я думаю, планета говно. Она не заводится. Восход. Так много в этом слове для сердца нашего слилось. Умерз своей старой порепанной резиной в поверхность нашей грешной земли. Сейчас я его буду отдирать. Попробуем остатки бензина подкачать сюда. Вот наклонил я его так, наклонил очень сильно. Еще буду подкачивать. В общем, планета говно, а восход... Восход неизвестно. Сытно так подкачиваем. Даем газа. А, во, я придумал. Вот можно газовать. Жим, 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 жим. И пытаемся запустить. Я вот так одной рукой держу и восхода, и газ. Сказочный восход, который все хаят, и планета, которую все боготворят. Как так? Почему они поменялись местами над владельцами ижей? Посмеялся восход. Он просто плюнул в нас, просто в неприкрытое наше лицо. Он плюнул с размаха, просто вот так размахнулся и плюнул. Плевок такой прям в лицо. Что, чаю хотите? Как мотоцикл заводить, и у вас никого здесь не было вообще. А как чай пить, так все. Ну вот.
Вот он, чай с сахаром. Вот планета, вот восход. Давайте сделаем так, чтобы всем хватило. Вот чайный пакетик мы дадим восходу. Положим его сюда вот на карбюратор. Вот так вот. И с него хватит. Он-то у нас запустился, кстати. Планета молчала. Да, кружка красивая. Давайте, чтобы не терять времени, сейчас прямо возьмем. Вот видите, не нажимается. Возьмем, польем. Сладким чаем. Ну, заработало. Как мало нужно для счастья. И начала писать. Смотрите, какая стройка. Здесь явно нет простатита. Всего лишь два глотка чая мне и два глотка чая планете. Давайте, пусть чай пока постоит у восхода. А мы займемся планетой. Хороший чай. Теперь посмотрим, что будет с восходом. Пока газ не сброшенный вообще. Считаю, восход работает лучше планеты. Планета работала с сиреной, с воздушной. А восход его чётенько вообще. Ну а вам уже решать, кто победил, планета или восход. Или топор. Я думаю, восход победил. Пойдемте домой. Он все равно не заглохнет никогда. Если заглохнет восход, расскажите мне тогда. Хорошо?